Вот кому нужна была лобода на Украине до того, как стала популярной в России? Да вообще никому. Гнобили ее как могли. В России ее пожалели, отмыли, сделали популярной. И она после этого всего обмоталась в украинский флаг, стала петь на украинском и обозвала всех российских поклонников тупыми. Ну что ж, неудивительно, что теперь ей не хватает даже на клип. Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо, ви так підступливо на... Ніколи не пробачу, чия же в том вина, що лободи на новий кліп денег нема.